Всем привет! Начинаю записывать для вас новое видео. У нас сейчас в Польше длинные выходные, то есть суббота, воскресенье и понедельник. И у некоторых учащихся еще и вторник. Почему же так происходит? Потому что 1 ноября в Польше очень большой праздник. Этот праздник называется Wszystkich Świętych, то есть всех святых. Это день, когда люди поминают всех своих умерших, родственников, знакомых, то есть близких. Люди едут на кладбище, убирают могилы и ставят лампадки, которые в Польше называются знича. Сегодня у нас воскресенье, это 31 октября, а праздник наступит завтра, 1 ноября, и мы тоже поедем на кладбище, поедем на могилы, и я тогда вам постараюсь заснять ту атмосферу, которая будет царить. Это просто что-то незабываемое, такое трогательное, такое семейное, такое воодушевляющее, и заставляет задуматься над смыслом жизни, над тем, что мы делаем, как мы живем и правильно ли мы живем так же. Ну и, конечно же, вспомнить всех наших ушедших, усопших, которые подарили нам много тепла, радости и света, ну и помолиться за них на их могиле. В моем видео о празднике всех святых, которое вы можете увидеть на моем канале, я показывала вам это место, но тогда вход сюда был закрыт. И я думала, что в этом году его закрыли, но нет, мне удалось побывать попозже в этом месте, и я вижу, что также можно зайти, поэтому схожу сюда, чтобы вам показать это подземелье в монастыре, где хоронили монахов. Вот здесь усыпальница и, как вы видите, захоронение. На каждом написана фамилия, все те данные, которые должны быть обычно на могиле. Это место открывают лишь раз в году для посетителей на праздник всех святых. Видите, здесь у подножия стоят живые цветы. И там дальше есть алтарь. Мы сейчас к нему подойдем. Я здесь была очень и очень давно, и теперь специально для вас сошла сюда, чтобы вам показать такое место, потому что оно уникальное, и не везде есть доступ для посетителей, чтобы вот так свободно зайти и посмотреть. Вижу, что по датам захоронения они разные, и поэтому возникает вопрос, и я не знаю, как на него ответить, по какому принципу и кого здесь хоронили. Если кто-то из зрителей знает, обязательно напишите внизу в комментариях. А в конце часовенки вот такой маленький симпатичный алтарь с цветами. И то, что я заметила, по обе стороны от алтаря вот такие глиняные сосуды. Не знаю, почему они здесь стоят. Возможно, в таких глиняных сосудах хранили прах, но тоже не знаю, поэтому спрашиваю. Кто в курсе, обязательно напишите. Видите, этих сосудов здесь несколько с двух сторон. Но место, скажу вам, такое необычное, необычная энергетика. Как-то чувствуешь себя совершенно по-другому. Вот вам с другой перспективы. Это часовенька. Сегодня Хэллоуин, и я знаю, что многие его празднуют. Мы его не празднуем, никогда не праздновали. А почему мы так подходим к этому празднику и почему так делаем? У меня на канале в прошлом году было видео. Я объясняла, почему мы обходим этот праздник стороной. Мы только празднуем вот этот праздник всех святых, а Хэллоуин у нас не в почете. Скажу вам честно, что в преддверии завтрашнего праздника у меня даже нет такой особой радости, такой в душе, чтобы веселиться и танцевать, потому что приходят рефлексии и воспоминания о наших предках, и поэтому я предпочитаю вот такую прогулку, она меня очень воодушевляет и помогает сосредоточиться.
Знаете, друзья мои, вот вышло, светит солнце, хотя не совсем так уж и тепло, но и не холодно, но это действительно правда, что солнце дает такую энергию и такую, как бы сказать, охоту к жизни, что хватит несколько солнечных лучиков, и ты уже в форме. Уже насыпало столько листьев, и перед домом тоже нужно идти и это все немножко пособирать. Но не в саду, а перед домом, хотя бы со ступенек посметать, потому что этого там навалом. Вот пока еще золотая польская осень, тепло, я решила марш-бросок и перемыть окна, потому что я не люблю делать подвигов перед праздниками Рождества, когда очень холодно и ветрено, и дождливо, и тогда стоять над окнами и можно заболеть. Поэтому я делаю это как можно позже осенью, когда выдается погодный денек. Вот и сейчас я начала эту серию мытья окон. Видите, за окном прекрасная погода, тепло, и даже в кайф эти окна все перемывать. Ну, конечно же, сегодня это все не сделаю, но окошко за окошком, может быть, еще успею. Хотела это сделать немножко раньше, но обожгла руку и не могла, к сожалению, этим заняться. Потом еще останутся шторы со всех окон с двух этажей. Зашла случайно в старый райончик неподалеку, мы здесь когда-то жили, вижу большие перемены, выложили новую тротуарную плитку, отеплили дома, и вот такое тоже новшество вижу. Здесь раньше не было стоянка для велосипедов, стоит велосипед, но это днем, и думаю, останется ли он здесь на ночь, или все-таки люди забирают. Раньше таких не было, и мой муж вынужден был заносить на чердак, в подвал или на балкон, но не знаю, осмелился бы ли он так оставить на ночь. Опишите, или у вас есть такие стоянки возле подъездов. А мне очень приятно видеть, что микрорайончик меняется, обустраивается, и очень много перемен к лучшему. А это всегда радует.